Здравствуйте, меня зовут Мусауи Софья, я мастер спорта по художественной гимнастике, и сегодня я покажу вам комплекс упражнений с мячом на развитие, укрепление и растяжку всех мышц тела. Итак, первое упражнение – исходное положение, сидя на полу. Укрепляем плечевой пояс, мышцы плечевого пояса. Раз, два, передаем. Три, четыре, осанка ровная. Пять, шесть, семь, восемь. Руки крепкие. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. При выполнении этого упражнения обязательно соблюдать ровную осанку и ровные плечи, чтобы не было сутулости. Следующее упражнение. Исходное положение. Руки вверх, мяч в руках, стопы сокращенные. Делаем наклон. Раз, медленный. Два, три, четыре. Обратно. Пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вытягиваем носочки. Восемь. Еще раз, два, три, четыре. Руки обязательно крепкие. Семь, восемь. Обратно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вытягиваем. Семь, восемь. Следующее упражнение. Ножки врозь. Наклоны вправо-влево. Тоже обязательно руки крепкие, спина ровная. Раз, два, перекат. Три, четыре, другую. Пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Выполняем по 8 или 16 раз. Следующее задание. Мяч перед собой. На мышцах наклоняемся вперед. Раз, два, удержание, три, четыре, обратно, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. При выполнении этого упражнения стараемся живот положить на пол и колени положить вперед, чтобы растягивались мышцы пахов. Следующее упражнение будет на укрепление мышц живота, то есть пресса. Ложимся в исходное положение, лежа на спине, руки вверх. Поднимаемся. Раз. Касаемся. Два. Три. Четыре. И раз. Два. Три. Четыре. И раз. Два. Три. Четыре. И раз. Два. Три, четыре. Следующее упражнение. К правой, к левой ножке касаемся мячиком ноги. И раз, и два, и три, и четыре. Пять, шесть, семь, еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Следующее упражнение. Исходное положение, стоя на ногах. Мячик в правой руке, ноги чуть шире, чем ширина плеч. Делаем наклон и передаем мячик под ногами. Раз, два, три, четыре. Исходное. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. При выполнении этого упражнения необходимо соблюдать плавность, чтобы, не дай бог, не надорвать мышцы на ногах. И последнее упражнение, завершающее наш комплекс. Делаем вдох, выдох и скатываем мяч в руки. Вдох, выдох, вдох, выдох. И добавляем на носочки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. На этом наш комплекс упражнений с мячом закончен. Всем спасибо за внимание. Занимайтесь спортом.